Добрый день, записываю следующее обучающее видео. Шопен наше все называется. Слушаем. Фа минорный этюд в медленном темпе. Что происходит? Опевание до. Опять опевание в основном малыми секундами, вводными звуками. Дальше опевается. Опевается вводный уменьшенный. До, ля бемоль, фа. Ре бемоль. Вводные уменьшены. И вниз. Вот так вот. А вы думали, из чего состоит такая волшебная, такая кружевная мелодия? Как он такую написал? А вот так очень просто. Он воспользовался таким удобным методом, как опевание ступеней.